Этот день для него всего лишь один из многих. 70-летие Григорий Аридаков отмечает на сцене. Никаких бенефисов и торжеств. Просто обычный спектакль. Это такой жуткий рубеж 70-летний. Я думаю, что после, в 71, если доживу, будет легче. А так не нравится мне эта дата. Хотя я очень рад, что я дожил до этих лет. В его репертуаре около 100 ролей. Хотя о них Аридаков никогда не просил и не мечтал. Говорит, все равно режиссеры не дадут сыграть то, что хочешь. Он был Макбетом и Городничим, Берлиозом и Понтием Пилатом. То, что его судьба будет тесно связана с театром, Григорий Аридаков знал с раннего детства. Его папа работал в драме главным художником. Он должен быть всегда излучающим творческую энергию. Вот этого я хочу ему пожелать, чтобы он не угасал никогда, чтобы он был вот как светоч, как я не знаю, чтобы он как вечный огонь. Я хочу ему пожелать, чтобы у него было, хватало у нас сил, терпения, потому что все артисты, как говорится, люди непростые, со своими характерами. Большая часть его жизни – это сцена. Но и вне театра у Григория Аридакова есть интересы. Он коллекционирует слонов, любит охоту и рыбалку. Может в доме все починить и сделать ремонт. Я не человек, который может выжить везде, не только в городе. И не только в театре. И не только в театре. В театре, это вот, я горжусь, в театре выжить сложнее, чем в лесу или там, я не знаю, еще где-то. В тундре. Григорий Аридаков уже давно перестал выходить на сцену каждый день. И дело не в возрасте. Просто он убежден, в спектаклях должны играть актеры, а не художественные руководители. Анна Головчинская, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.